Сегодня последний день июня, и на него приходится сразу несколько праздников. Это Всемирный день социальных сетей, День экономиста и День разбрасывания монеток. А с вами я, Настя Космос, расскажу о погоде в предстоящие выходные. Ну а в пятницу синоптики обещают небольшой дождь после обеда, а также западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Жара в Краснодаре сохранится, и градусники в этот день покажут плюс 27 градусов тепла. В субботу будет небольшой дождь, и метеорологи предрекают в течение всего дня субботы. Он начнется с раннего утра, но на жаркую погоду дождик повлияет не сильно. А вот воздух прогреется до все тех же 27 градусов. А вот в воскресенье немного покапает после обеда дождь, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов. А еще 2 июля праздник трезвенников и язвенников, и Всемирный день собаки, а также Всемирный день НЛО и Всемирный день сюрпризов. Так что радуйте друг друга сюрпризами, и мы вам желаем прекрасных выходных.